частный сектор, ожидаемый чек там. Видимость не очень, ночь, сузила спектр. Темнота особая с гоголевским эффектом, будто следит за нами ужасающий некто. Потусторонними пустыми зеницами глаз ты зазеваешься, а он такой класс. Зря мы сюда так поздно пригнали рейд-клад. Саш убедила, что имеет вклад, как Сашка Саш. Подтаяла под полной луной ночь, под рукой наготове складной нож. Вон тот дом, тот косой столб. Сто в гору, что это он? Погодь, стоп! Саня, давай доставай фонарь. Щатка поймана, да в нем на педаль. Народ, не на ход, клада нигде не видать. Тут меня пробило на чиха, Санек случайно пнул какую-то банку. Ну вот, разбудили собаку. За заборами залаяли псы, из машины на ходу гуднули басы. Это не за нами, Саня, не сы. Вон за тем столбом рыть велел сам Бог. Ща поднимем и погоним назад. Нифига себе ты, Саня, назад. По два раза заморали косарь и бегом домой, эй, это мой. Псы подняли лай, музыка из машины, а следом вороний грай. Незадача, деньги-то взяли взайм. Тел сел нас моего, вот зайди на сайт. Так и есть, не здесь тот вес, yes. Чуть левее влетели мы через лес. Веток крест подняли, скрутили кэс. Для фотест, минута и дикий трэш. Саня, обрастя волосами, рогами замер. Оскалилась луна над домами, следя за нами. В его глазах леденел такой же ужас. Он, вырываясь наружу, дружбу нарушил тут же. Саня больше не видел. Занялся саморазвитием. Думаю, иногда, что было бы, сдай мы назад. В тот момент, когда за заборами залаяли псы, из машины на ходу гуднули басы. Поднимем и погоним назад. Нифига себе ты, Саня, назад. По два раза заморали косарь и бегом домой, эй, это мой. Телефон, телефон, может заложить телефон. Телефон! Может заложить телефон, телефон, может заложить телефон. Телефон! Может заложить телефон, телефон, может заложить телефон. Телефон! Может заложить телефон, телефон, может заложить телефон. Телефон! Каждый день в стиле Буковский, Чарльз, Паслав, начальник из Гарри Чарльз. Я был уволен уродом, то ли за гонор вроде, хоть и спокойным тоном молвил о том, что тоном, а нефть упала, да, 40 баксов за баррель. На ветер паунс, так пару за такси до бара. Не отражая, что на изи, как фэбос и бизнес, нас угрожает загрызть кризис, а рыло близость. Я снимал хату на Пионерке и сливал с карты на пиво деньги. Три недели в говнище, глядь, и ты на нищем дичи ищешь, тысячу пищи взять. Расточался до мелочи, вжих, и вот настал час, когда не на че жить его. Предвидел, но не ждал удара так скоро. И вот я на нулях со старым смартфоном. Может заложить телефон, телефон, может заложить телефон. Телефон! 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 Старый терминатор не видит в HD. Старый Тор уже не летает почти. Старый врач в теле оставил зажим. Старый тельчик задорого не заложить. А значит, панове нужен гаджет. Тротуар под металл в оранжевом тадже. Тут я припомнил Стаса Корейца, шкура которого недавно встала на рельс. Ток-ток за 100 тонн, iPhone в долг взял впрок, но вот этот нот-лоп. Кобыла кинула, видно было не второй варик. Стол мир не мил, ему запил по шмарику марик. Спасон, давай соберись, ты один абат миллиард. Мотивационная речь, и мы полетели в ломбард. Все, что выжили, тут же вложили в движи. Прибыль все еще крутим на бирже. Может заложить телефон, телефон, может заложить телефон. Телефон! 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 Может заложить телефон, телефон, может заложить телефон. Может заложить телефон, телефон, может заложить телефон. Телефон!
Покупай, продавай, пошел нахуй. Покупай, продавай, пошел нахуй. Копошатся аранусы в муках, выполняя чей-то главплан. Покупай, продавай, пошел нахуй. Покупай, продавай, пошел нахуй. Как бездушно, однако. Плак, 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 плак. Я личность в этом мире, и всем на меня похер. Ментальность, оплодотворившей семенем эпохи. Мы получили современный психотип мартышек, готовых тужиться за тысячи, точно таких, как ты же. Великие денег, великое дело, номер один по числу адептов. На сегодняшний день нет даже годных идей, не то что рецептов. Эквиваленты единицы товара, деленного на поебень, что упрощает обмен. Я тоже участник и жертва, лелею надежду всех вас поиметь. Позитивно настроен, открытый, улыбчив, коммуникабелен с индивидуальным подходом. Холодный звонок, нахуй пошел, неприятно, однако, но надо работать. С возражениями, предложениями, приближая решениями, подсознательно зная, что рациональней заменить алгоритмом и купить в один клик. Клик-клик-клик, клак-бам. За вчерашний день всем насрать на твой внутренний мир. И куда этот груз, многоэтажный деть? Шел куда-то один, зазвонил телефон, а на том конце мотивированная лень. Изображая собой то, чего в нем нет, предлагал ненужную мне поебень. Покупай, продавай, пошел нахуй. Покупай, продавай, пошел нахуй. Копошатся аранусы в муках, выполняя чей-то главплан. Покупай, продавай, пошел нахуй. Покупай, продавай, пошел нахуй. Как бездушно, однако. Плак, 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 плак. Лживых и жадных не жалко, в низменном рыло мора, жирными жвалами жамка, изнутри рынок сгорает, все так доступно, и это отлично. Изобилие к вашим услугам, но что-то паскудное между и в личном изолирует нас друг от друга. Направление запад, срок эксплуатации задан, ненужное за борт. Сколько стало свалок старого хлама, что еще недавно был самым-самым. Перебор миру столько, не схавать этим вектором и темпом. Коллапс неминуем, старичок Фром был прав, но нет ни минуты, подумайте, это никого не волнует. Так что либо ной в одного, либо будь сука первым, сука лидером, бам. Мотивируйся этой хуйня и иди к своей цели, ты один в поле воин. А держать себя в форме и быть впереди за рулем суперкара, тебе помогут вот эти протеиновые батончики на основе чистейшего кала. Кала, 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 на основе чистейшего кала. Кала, 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 на основе чистейшего кала. Покупай, продавай, пошел нахуй. Покупай, продавай, пошел нахуй. Копошатся аранусы в муках, выполняя чей-то главплан. Покупай, продавай, пошел нахуй. Покупай, продавай, пошел нахуй. Как бездушно, однако. Плак. Чей-то главплан, 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 чей-то главплан. На развалинах воздушного замка воет небо мной истерзанный призрак. Я лежу на земле, мне так жалко видеть, как тает наше облако снизу. На развалинах воздушного замка воет небо мной истерзанный призрак. Я лежу на земле, мне так жалко видеть, как тает наше облако снизу. Зря ты тужишься, сука. Тебя вижу насквозь я, если отчетливо сухо. Дальше, видимо, врозь нам. Только что обвиняла, а теперь давишь на жалость. Но жалких ты презираешь, как и я твою жадность. Я угораю с тебя, актриса безвкусная. Как ты била по слабостям, что создал я искусственно. Ты злорадно высмеивала эту боль, что я выдумал. Чё, змея, на измене ты?
Ну давай слезу выдави. Приводила в пример парня подруги. Настоящий мужик Димон. Подарил ей путевку 2 недели на юге. Сам остался делать ремонт. И мне ты когда-то внушала, что должен. Давай-ка, сука, займи косарь. Слезами горю тут не поможешь. Для тебя же зареветь, как пасать. Стыд, укоры, крики, упреки. Тебе же здесь пихают за щеки. Слова ничего для тебя не значат. Ты такая же, как и все телки. Дура думала, что я ревную. А я просто зло срывал. Ты забудь, я люблю другую. В тебя чисто свой слов. На развалинах воздушного замка воет небо мной истерзанный призрак. Я лежу на земле, мне так жалко видеть, как тает наше облако снизу. На развалинах воздушного замка воет небо мной истерзанный призрак. Я лежу на земле, мне так жалко видеть, как тает наше облако снизу. Когда мы убегали из дома, начитавшись волнующих книжек, жаждой новых открытий ведомый, спал в подъездах, крал, чтобы выжить. Я давно понял, в чем была драма, и зачем уходил, когда видел, как ругаются папа и мама, споря, с кем из них жить будет Витя. Переезд, если он есть для мелкого, как правило, самый сильный первый стресс. Новая компания, школа хуже, глаз подбита, грезила победе. 90-е, бардак, бедность, из дому побеги. И не думал я тогда, чем это закончится. Вышибая камнем в тряпке окно той ночью, Хозя оказался знакомым бати Вовчика. Повезло, сказал Вовчик, и мы продолжили тотчас. Киоск, хаты, несколько домиков дачных. Так по мелочи, на сиге с пивом и на хавчик. Закон куда там, дети думали в правильной теме. Зато хватало денег на то, что впарил нам телек. Уходил и пропадал на неделю в закате. Мать отвезла к экстрасенсу или знахарке. Обряд не понял, но надолго лишившись эмоций, пошел на бокс, когда Вовчик начал колоться. Когда мы убегали из дома, начитавшись волнующих книжек, жаждой новых открытий ведомый, спал в подъездах, крал, чтобы выжить. Я давно понял, в чем была драма, и зачем уходил, когда видел, как ругаются папа и мама, споря, с кем из них жить будет Витя. Женьку встретил в отряде детдомовских в лагере. Вспоминали старый двор, по заброшке лазили. Он рассказывал, за сколько дети, я не верил. Он еще что-то проклей, я ему про велик. Жил он через подъезд, в семье многодетной. Неблагополучие, бухлишка, мало денег. Про горе не говорил, и не понять было мне, как это, батя в тюрьме, а матери нет. Таких, как Женька, я встречал часто в обезьянниках. Куда не уезжаешь, примут обязательно в мусарне на вокзале. Пацик рассказал мне в цвет, как сбежал из детдома из-за воспитательницы. Про страшных дядек с большими деньгами, как поймали и били ногами. Я слушал в ярости и хотел убить их. Бежать, 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 не тормозите. И все они бежали в города по области, в надежде обрести любовь вместо жестокости. Бригады бумеры затмили эту часть трагедии. Беспризорники 90-х тоже дети. Мне сейчас примерно как тогда родителям. Шлю эту песню в прошлое маленькому Вите. Советов не даю, верю в пытливый ум его. Вовчика, кстати, нет уже, умер он.
сжечь нахуй ваши пати. Поджигатель, поджигатель. Испепелить, сука, всех, кто хочет быть выше пати. Поджигатель, поджигатель. Огромными огненными шарами, как кегли, блять, вышибать, yeah. Поджигатель, поджигатель. Крыша слышен и срок шибателен, через 5 лет это так же катит. Жарю твари под бит, ёба. У рэперов садомитов бомбит, ёба. Шкура зафанатила, замотила денег и на такси ко мне с добалы полетит, ёба. Это щит, ёба, стрит, ёба. Динамит, ёба, ставь на репит, ёба. Хит, ёба, ты нарубил и не догнал. Сходу суть, ведь я же пиздец эрудит, ёба. В русском рэпе не стало души, и настоящего не чувств, сука, нет. Женоподобные дрищи, дешевые шалавы, петушки с гребешками зачесанными. Они идут на поводу толпы, они готовы ради хайпа похавать говна. Они не рубятся за правду, они завизжат, увидев, как заполыхало со дна. Я пришел, чтобы жечь города, жечь в головах ложь неуемным огнем. Открывая в небе портал, так как будто бы бомба ёбнула в нем. Всем дворам пу-пам-пам, 1000 джоулей на грамм пу-пам-пу-пам-пам. Расхуяривая фламы, банк пу-там-храм, бью по головам, как шаманов там-там. В это блядское время пиздоболов и шлюх, когда выхода не видно нигде. Рабы вещей потеряли себя, души горят, будто жарится на сковороде. Скоро закат, как бакс, бакс, флаг фонит, это пожар, башка, стана стал дымит. Второй куплет, как один эпизод моей священной войны, сука, с демонами. Поджигатель! Прибыл, чтобы сжечь нахуй вашу пати. Поджигатель, поджигатель. Испепелить, сука, всех, кто хочет быть выше пати. Поджигатель, поджигатель. Огромными огненными шарами, как кегли, блять, вышибать, yeah. Поджигатель, поджигатель. Крыша слышен и срок шибателен, через 5 лет это так же катит. Поджигатель.